Всем привет, с вами онлайн-рбай, магазин МВело. Сегодня расскажем, как далеко ехать и что с собой брать в дорогу. В принципе, для того, чтобы путешествовать, достаточно только велосипеда. Но чтобы делать это без экстрима, без каких-то непредвиденных обстоятельств, лучше запастись всем необходимым. Покажем, что именно вам пригодится. В первую очередь, позаботьтесь о своей безопасности. Велошлем, велоочки, возможно, велоперчатки. Это не понты, это нужная атрибутика, которая в случае чего поможет вам сохранить свое здоровье. Также вам понадобится, давайте смотреть походную сумку. У нас здесь вода, непременно это должен быть бачок, который удобно крепится на раму вашего велосипеда, можно закрепить и два, есть умельцы, которые крепят и больше. Постоянно нужно пить, постоянно нужно снабжать свой организм водой. Все, что необходимо, можно с собой брать какую-то небольшую сумку, оно все вмещается, удобно крепится где-нибудь за спиной, неважно, возите вы ее на себе, либо крепите на велосипед. Все сюда вместится. Здесь у нас, вот у меня питательные батончики, потому что нужно обязательно что-то в дороге кушать. Организм захочет, калории теряются, их нужно пополнять. И не важно, что это будет, я не знаю, шоколад, банан, либо бутерброд, который вы заготовили дома с ветчиной и сыром. Главное, пускай у вас будет какой-то запас, чтобы вы могли перекусить в дороге. Дальше, что у нас здесь есть? Запасная камера, насос, ремкомплект, то есть заплатки, которые позволяют эту камеру заклеить, и бортировочные лопатки. Вот это минимум, который вам позволит справиться с самой большой неприятностью велосипедиста в дороге с пробитым колесом. Почему я вожу и камеру, и заплатки? Ну, во-первых, заплатки, они недолговечны, вам так или иначе придется менять камеру на новую, зачем перебортировать колесо дважды. А во-вторых, ну, никто не застрахован от, например, двух проколов. И проколы бывают разные. Был в моей практике такой случай, когда камера просто лопнула, и заклеить ее не представлялось возможным. Вот. Дальше. У нас здесь мультитул, либо, может быть, какой-то набор инструментов минимальных для того, чтобы подкрутить какие-то раскрутившиеся болты, где-то что-то поджать, например. Либо поменять высоту седла. Может быть, вам будет неудобно, вы это почувствуете, захотите что-то изменить. Обязательно берем с собой в дорогу мобильный телефон, потому что никто ни от чего не застрахован, может случиться что-то, когда вам понадобится помощь, позвонить друзьям, либо просто вызвать такси, например, произойдет какая-то поломка, вы не сможете ехать дальше. Также у нас в сумке непременно должны быть деньги, потому что достаточное количество еды с собой на 100 километров вы все равно не возьмете, и нужно будет перекусывать по дороге. Лучший друг велосипедистов – это автомобильные заправки. Там всегда можно чего-то перекусить, купить кофе, купить, например, зефиринку или вафли. Это, в принципе, не особо вредные продукты, которые быстро добавят вам в организм калорий, вы сможете немножко подпитаться. Рекомендую возить с собой гигиенические салфетки. Мало ли что случилось, вы где-то поранились, нужно остановить кровь, либо просто протереть, либо вытереть со лба пот. Универсальное средство, которое вам поможет в дороге. В принципе, исходя из практики, вот насос, бортировки, мультитул – этого достаточно в дорогу. Кто-то скажет, что всего этим не починишь. Но есть вид поломок, к которым, в принципе, не подготовишься. У вас может, например, вылететь спица, сломаться колесо, все что угодно. Вы от всего не застрахуетесь. Поэтому возим с собой самый минимум, потому что 100 километров – это тяжело, и особо напрягаться, особо вести с собой большой груз нам не нужно. Маленькая хитрость, с учетом того, где мы катаемся. Берите с собой и деньги наличные, и карточку. Потому что приедете с карточкой, окажется, что не работает терминал. Приедете только с наличными, окажется, что у них нет сдачи. Будьте к этому готовы. А вообще, ездите дальше, больше, получайте удовольствие, тренируйтесь. И подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, пишите, задавайте вопросы в комментариях. Мы их увидим и постараемся ответить. Пока! А что вы стоите? Грузите велосипед в тачку. Что, я поеду назад, что ли?